Друзья, всем привет! Вчера я ловил форель на резину, сегодня же я хочу попробовать половить на вибы и на цикады. Посмотрим, что из этого получится. Ловлю форели и одновременно и тяжела, и интересна тем, что рыбу приходится постоянно искать. Очень редко бывает, что какое-то локальное место, где рыба целый день клюет. Я уж не говорю об одной лунке, но такого не бывает. Надо ходить, перемещаться. Поймали одну-две рыбы и переходите. Пока вот я найти рыбу не могу. Или, возможно, не подобрал еще проводку. Сейчас я буду использовать современные технологии. А точнее, эхолот. Опускаем. С эхолотом на самом деле гораздо интереснее ловить. Вы видите подходы рыбы. Вы можете что-то поменять. Проводку, приманку. Если вы видите, что рыба подошла, но не реагирует на приманку. Рыбка подошла и стоит буквально рядом. В сантиметрах, наверное, в 20, в 30. Вот я играю буквально на одном месте. Посмотрим ее реакцию. Останавливаться ни в коем случае нельзя, иначе уйдет. Вот 20-30 сантиметров она. Я еле-еле играю. Она прям гипнотизирует мою приманку. Никуда не уходит. Подходит еще ближе. Она уже буквально на сантиметрах в 10 и очень близко. Вот, возможно, сейчас будет атака. Оп. Ай-яй-яй-яй. Вот как раз-таки атаковала она. Но вот не засеклась. Хочу поменять вип, взять размером немножко побольше. Этот вот убираем. Вот такое вот серебро с черным, натуралочка. Посмотрим, как у него будет. Теперь же давайте опустимся под воду и посмотрим, как играет вип. Делаем несколько амплитудных движений, чтобы с большего расстояния приманить рыбу. И затем осуществляем непосредственно проводку. Она состоит из таких вот покачиваний с паузами. Играем. И снова пауза. 5-7 движений делаете и пауза. Игра, пауза. То же самое можно делать и вниз, когда выпускаете приманку, с паузами. Затем второй вид проводки — это небольшие подрывы, буквально 2-3, максимум 5 сантиметров. И тоже с паузами. Подрывчик, пауза. Подрыв, пауза. Когда вы опускаете приманку, можно играть вниз, можно просто сразу опустить. Затем несколько амплитудных движений. И снова можно осуществлять проводку. Теперь же посмотрим реакцию рыбы на приманку. Вот делаю несколько амплитудных движений. Рыба уже подошла. Смотрите, как она агрессивно пытается напасть, но не попадает. И вот рыбка на крючке. Оп, есть. Есть рыбка. Вот в этот раз все получилось. Рыба бойкая попалась. Он даже стравливает. Главное постоянно натяжку держать. И тогда рыба, ну, не должна будет уйти. Да, активная попалась. Ух ты, сопротивляется. Ну вот, в лунку я ее завел. Вот она. Красоточка. Смотрите. Такая вот попалась. Хорошая, где-то кило с лишним. Натуральный цвет. Slab wrap. Хочу попробовать на такую натуральную цикадку. Коричнево-зеленая она. С оранжевым брюшком. Возможно, сегодня лучше работают более темные цвета. Сейчас проверим.
Теперь же посмотрим, как играет цикада под водой. Советую в начале проводки делать также несколько взмахов амплитудных. Привлекаете рыбу таким образом. И затем небольшие подбросы и поднимаете приманку вверх. Подбросик и вверх. Подброс, пауза, подброс, пауза. Движения небольшие, буквально 2-3, максимум 5 сантиметров идет подъем приманки. И то же самое делаете, когда опускаете ее вниз. И не забывайте про паузы. В этот момент обычно атакует форель, ей легче приманку съесть. Второй тип проводки — это снова покачивание. Поиграли 5-7 раз и пауза. Пауза тоже 2-3 секунды. Поиграли и снова пауза. Чем пассивнее рыба, тем менее резкие движения делаем и дольше пауза. Посмотрим на атаку рыбы. Вот вы видите приманку, несколько амплитудных движений. И в кадре появляется форель. Она сразу же атакует, каким-то чудом не цепляется. Потом снова атакует, но не результативно. Она подходит в третий раз, но уплывает. Потом выскакивает еще одна форель, снова атака. Но эти атаки все холостые. Мы видим, две форели уходят прочь. Но на их место приходит еще одна. Она кружит, высматривает. И смотрите, появляется другая молниеносная атака. Не заинтересовалась приманкой. Хотя до этого вот был удар на цикадку. О, о, есть. Есть рыба. Вот, смотрите. Рыба все-таки попалась. Вот она хорошенькая красоточка. Опа. Небольшая, правда, смотрите, какая интересная, маленькая, но попалась. Рыбка подошла. Около приманки есть? Оп, есть, все сидит. Смотрите, буквально несколько минут после той поимки. Ух ты, как давят. Ничего себе. Вот это очень активная рыба. Может быть, неплохого размера. Кстати, попалась. Ух ты, что вытворяет, а? Главное ее завести. Вот она. Нашла лунку и... Опа, все, мы ее поймали. Смотрите, буквально несколько минут. Сменил цвет приманки и на натуральную поймал. Вот такая грамм 800. Но сопротивлялась очень сильно. Вот что значит ловить с эхолотом и правильно играть. И цвет подобрать. На яркий с утра не ловилась, а вот на натуральные. Смотрите, какой цвет. Серебро с фиолетовым. Вот на него я поймал. Отличный цвет, отличная рыба. А вот теперь я хочу поймать на VIP. Как раз у меня есть очень похожий цвет. Вот такой вот фиолетово-красный с серебром. Да, здесь, конечно, выручает эхолот. Ух ты! Ух ты, рыба прям шла. Я опускал приманку. Опаньки! Ничего себе! Я прям видел форель. Шла за приманкой на опускание. Я остановил. Она сразу же попалась. Обалдеть! Вот это, конечно, момент. Причем, смотрите, какая попалась хорошая рыба. Леска тонкая, на самом деле. Можно порвать ее. И вытаскивать. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой! Ой, рыбка ушла. Ну ничего страшного, настало время резины. Вот, попробую поймать на червяка, он в разы меньше по объему, тоже кислотного цвета. Ну, кстати, рыба там плавает, я вижу, на 4 метрах. Сейчас мы прям к ней подведем. Там несколько рыб я видел. Вот это интересно. Когда есть конкуренция, тогда они лучше клюют. Вот рыба рядом кружит. Оп, есть поклевочка.
Смотрите, она даже слабина, то есть рыба уже съела приманку, можно подсекать, и она уже будет на крючке. Она уже ее держала во рту. Вот она, смотрите, рыбка. Такая вот красоточка попалась. Давай. Оп. Небольшая тоже, не знаю, грамм 700. Вот рыбу рядом, смотрите, да. Главное постоянно играть. Сейчас попробую поближе подвести кончик. Смотрите, видите, дергает. Ну, я снова дам секунд на 5-10, когда она уже потянет. Либо возьмет приманку, пойдет наверх, будет слабина лески. Тогда я подсеку. Вот она тянет, но не так сильно пока, чтобы можно было подсечь. Вот теперь можно есть. Вот рыбка на крючке. Бойкая попалась, смотрите. Неплохая рыбка. Явно крупней предыдущей. Ух ты. Самое главное ее в лунку завести, потом уже проще гораздо. Вот она зашла. Ну и тут уже дело техники ее. Такая грамма 700, наверное. И тоже хочу отметить, что, смотрите, приманку она не так глубоко съела, крючок вот торчит. Но с этим червяком, конечно, все понятно, он ловит. Его он рыбу уже уничтожила. У него я больше ловить не буду. Свою ловистость он показал. Я поменял приманку и, смотрите, ставлю обычного белого червя. Посмотрим, какая реакция рыбы будет. Сейчас снова дам время и подсеку. Такая заедает. Оп. Есть. Ну, вот сейчас я буду более аккуратным. Ух ты, вот это тянет. С такой силой тянет. Сейчас я немножко поаккуратнее буду уважить, когда она будет около льда. Кстати, или сильная рыба попалась, или просто большая. Потому что он стравливает по несколько метров фрукциона. Ух ты. Ну, сегодня такого сопротивления я еще не испытывал. Ого. Мощно. Ну, интересно, кто там. Неужто килограмма на полтора рыбина? Ух ты. Вот я вижу, никак не могу завести ее в лунку. Вот завел. Опа. Ну, кстати, хорошая попалась. Смотрите, какая. Просто тюлень попался. Килограмма полтора, наверное, есть, не да.
Смотрите, какая хорошая рыба. И тоже прошу заметить, смотрите, резинка прям с краюшку. Вот так вот, на времени давал я немало. С червями, конечно, все понятно, они ловят, но смогу ли я поймать на пламп? Вот я вижу рыбу, она буквально рядом с приманкой. Вот сейчас, наверное, будет атака. Ну давай, 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 не бойся. Еще, кстати, вторая подошла. Вот когда их несколько, тогда интереснее. Когда кто-то доатакует обязательно. О, потяжечка была. Кстати, рыба отпустила приманку. Но никуда не ушла, она там рядом ходит. Она дернула, вот, смотрите, рывок был. Ну, я дам время, потому что приманка объемная. Пускай она заедает. Вот есть. Сколько мог я дал времени, потом она могла просто почувствовать сопротивление и сойти. Ну, кстати, скорее всего, тоже неплохая. Ну, по крайней мере, очень резвая. Я думаю, если удастся ее поймать на этой рыбе, можно завершать рыбалку. На резину, конечно, ловится рыба хорошо. Но на вибы и на цикады интереснее, если честно. Намного сложнее и интереснее. Вот она, рыбка. Ну, кстати, да. Ну, вот такая немаленькая попалась, смотрите. Давай, давай, давай. Опа, килошная такая, килошечка. Ну что, рыбалка подошла к концу. Давайте подводить итоги. Начнем с удочек и резины. Белый червяк изумительно ловил рыбу. Хорошая реализация. Кислотный тоже не подводил. Он весь разбит. А вот на пламп реализация была плохая. Наверное, была поймана одна рыба из четырех. И по удочкам флетстик 24 Medium Light. В комплекте с удочкой входит и катушка. 13 фишинг. Отличная удочка. Более жесткая, чем рапаловская. Больше подходит для ловли на вибы, на крупную резину. И давайте я покажу теперь цикадки и вибы, на которые я поймал. Вот смотрите, штормовский гамок Ultra Blade 7,5 грамм, такой болотного цвета. И вот серебро с фиолетовым, на эти две поймал. Вот был сход еще на рапаловский Slap Rap, тоже красивый такой, серебро с фиолетовым. А вот на натуралочку я поймал серебро с черным. Ну, цветов в линейке очень много. По форели один из лучших. Это вот этот вот клоун. Вот это тоже ловит. Не дошли, правда, руки у меня до рапаловских виблейдов. Но я думаю, это в дальнейшем все будет. А вот итог по рыбе. Смотрите, 7 отличных форелей. Вот такая вот получилась рыбалка. И до новых встреч, друзья. Всем пока.